Всем привет. Ну что, сегодня у нас опять китайка и опять очередная порция топовых акций. Честно говоря, офигел с того, что здесь делается. Сейчас я вам после ночного теста тыковки с исцелением, я проспал, хотел записать видос раньше, но не получилось. За 1500 самов здесь дали вот 15 джели, 15 льдышки и 10 Рудольфа. Это все было за 1500 самов, то есть это акция, которую можно забрать с рынка. Это, в принципе, очень выгодно и хорошо, чего нету у нас на русском сервере. Так, вот так сделаем. Видите, уже Рудольф 32 уровня. Не жалеют китайцы здесь акции обычных. Так, попробуем забрать. Есть. Но это, скажем так, не самое приятное, что здесь есть. Так, тут надо питомцев немножко поподымать. А то с нашим Fortnite, смотрите, льдышка как качается на этом аккаунте. Это просто жесть. Хотя, в принципе, у меня тоже уже на основе она прокачанная. Но на китайке как-то поприятнее дают питомцев побольше. Причем в акциях, которые доступны всем. Особенно много дают донатных. То есть Рудольфов, льдышку и прочее. Так. Сейчас я уже прокачаю, чтобы не забыть. Ну, 15 уровня, ладно, пусть будет. Разбираем, смотрим. Ну, как бы рынок обычный здесь не так, как у нас, не по 5 попыток там, либо по 3 много. Здесь вариации разные, но плюшки, скажем так, приятные. Вот самые топовые у нас продают сундуки. Я их потом заберу еще 21 час. Вот эта вот акция тоже неплохая для начального аккаунта. Кучу камней. Опять сундуки. Ну вот, самое прикольное, что здесь есть. Здесь можно собрать вольта, грубо говоря, за полпака на нашем сервере. Ну так, в среднем это где-то получится 2000 рублей. Вы собираете сразу же вольта, скин на него. А, подождите, 4, не, все правильно, будет еще 2 осколка в остатке. Получаете руны, получаете книжечки топовые, это всего лишь стоит полпака, и у вас уже есть донатный герой. Ну, эта акция последняя так себе. Но вот это, ребята, это просто пиздец самый настоящий, потому что за один пак вы получаете 5-й сет рун Ремки. 5-й. Это не второй, не третий, не четвертый, как у нас дают. За один пак вы получаете 5-й сет. Получаете 5-й сет гнева. Он тоже неплохой, если сетом собирать. Но вот это, бля, просто огонь. То, чего как бы не хватает каждому Минотавру. Самый топовый талант — Железная Воля. Кто смотрел на основе, я уже его тестировал. Просто жесть. Самый офигенный талантик для Минотавра. Ну и еще один имбовый талант — это Бастион. То есть вы получаете это всего лишь за один пак сразу же. Что я могу вам сказать? Вот это действительно китайцы стараются для своего сервера. Оп, все, мы забрали самые, скажем так, на сегодня топовые итемы. Железная Воля и Ремка 5. То есть для прохождения подземок, если у вас есть Минотавр, это просто огонь. Сейчас мы прокачаем нашего Миноса и попробуем дотащить подземочки и унизить китайских топов. Так, побежали. Смотрите, какие, что у меня здесь творится на складе. Это начальный аккаунт. Это просто жесть. Где там наша
Сундучок. Вот она. Пятый сет, пятый. Третий. Вот еще один сет есть. Бастиона даже уже есть. Вот так, раз. Вот еще один пятый сетик у нас завалялся. А теперь. У меня на смене стоит грубая сила, которую мы тоже ржачно. Там был полный трэш в предыдущем видео, кто смотрел, мы ее выбили. Я долго думал, что делать. Я ее поставил, как видите, на Тессу, чтобы на архидемоне потестить. До этого мы дойдем, будет архидемон с отражением, мы потестим. Так, ну что, поехали. Делает топового минотавра. На китайке. Использовать. Окей. Бога войны мы пока оставим. Пусть будет. Заменить. Тут мы уже можем. У нас еще одна ремка есть. Можем свободно ставить ремочку. Это просто огонь. Ну вот этот сервер, там многие говорят, вот китайка, китайка. Вот китайка реально кайфовый сервер. Что бы там ни говорили, хоть я играю на русском сервере, там свои нюансы, приколы, но вот это, ребята. Вот так вот у нас Минотавр уже просто топовый. Сейчас мы ему еще немножко подкачаем. И потестируем. Ну что, поехали. Делаем эволюцию. 145 книг на базу. Еще один герой. Прокачанный на вторую эву. Давайте его до 10 звезды качнем. Так, не буду эти книги, у меня из золотых книг полно. Думаю, мы сейчас его быстро качнем. Железная воля не боится стана, не боится разброса. Единственное, кто может, это ара остановить, либо замедлить его. Все, больше ничего не будет ему мешать, просто пройти всю базу вашу. Ну, вообще пофиг. Вот мы его выпускаем. Бум, ударил. То есть сейчас будет полная жесть. Я надеюсь, мы сейчас затащим с нашими героями нуба. Ну, уже не нуба. Сделаем 840 звезд. Точнее, огоньков. Долго я над этим мучился, конечно. Так, Анубис, давай. То есть уже ему не страшен ни стан башен, ни стрелок. Вы себе можете просто его выпускать и смотреть на это все. Так, переводим на следующую звезду. Не хватает нам значков почета. Сколько у нас есть? Надо 400. 500 тысяч надо. 600 даже. Так. Окей. Продаем книги. Все, добиваем золото и идем его тестировать.
Попробуем этим составом затащить подземки. И заодно потестируем на Анубисе ремку воронами. В принципе, можно было бы еще одну железную волю поставить на Ануба. Но у нас на нем стоит грубая сила. В принципе, она тоже одна из символовых. Символовых талантиков. Теперь можно будет смело фармить и подкачивать по чуть-чуть всех героев Сосновы и для Архидемона. Пишите в комментах, кого качнуть следующим. Так. Усовершенствовать. Окей. Все, Минотавр у нас уже на 10 звезде. Вот такая вот прокачка. Собираем наших героев. Давайте. Психощит тоже, думаю, его видели. Это просто жесть. Как тут все раздают. А, у нас одна на тыковке ремочка стоит. Ладно, пусть будет. Ставим сюда обратно психощит. Пробуем сейчас таким составом. Так. Смотрим. Купидон заряжен. Тыква готова. Готов. Вот такой вот у нас составчик. Давайте юнитов возьмем. И попробуем на 3 звезды пройти подземочку. Так, что у нас по магии? По магии мы заряжены. Сейчас немножко подфармим в ряде золота. Есть. Так, у нас осталось 3 подземки. 8-4. Пробуем 8-4. Так, все вроде настроено. Раз, два. Убираем тотемы. И пробуем. Попробуем, начиная с тыковки, это все дело сделать. Морозим их всех. Ну давай, Минотавр. Слились, блядь. Ну басы. Все не тащит, ребята. Говно талант, пора его сливать. Качать Минотавру бег. Так. Побежали. Опять. Тут, конечно, хорошо дед заходит одержимый, но у меня они не прокачаны. Надо будет одержимого тоже прокачать. Так, раз, два, давайте попробуем вот так вот сделать. Ну, как-то видите, что-то тормозят, блин. Вот вроде Минотавр ударил. Как-то странно очень. Очень странно, такое ощущение, с них бафы поснимали. Стоят как укопанные все. Сейчас попробуем побольше юнитов набрать, возможно, в этом и проблема вся. Так, взяли 50. Кого-то забыли. Хранитель. Так, а мы без тыква убрали. Попробуем сейчас обратно с тыковки. Да ладно, это жесть просто какая-то. Ладно, еще разок эту подземку попробуем.
потом попробуем следующую пройти. Должны мы что-то по-любому сегодня на 3 звезды затащить. Так. Ну, без проблем бежит. Не боится он уже стана. Ладно, пробуем еще разок. Как-то странно, очень Минотавр должен без проблем это все сделать. Так, раз, два. Кидаем, начиная с Анубиса. Ну вот, вроде всех заморозили. Нету, вообще нету урона. Очень странно. Окей. Я так надеялся, сейчас качну Минотавра на вторую. И он просто разорвет подземки. А нифига. Так. Давайте следующее попробуем. 7-8. Раз, два. С Минотавра даже выпустим всех. Но это было, конечно, зря сделано. Вот так вот, смотрите, что делается. Бум-бум-бум-бум, ну! И нихера. Вот так вот. Просто огонь, герой. Полезности ноль. От таланта как было, так и есть. Хотя, по сути, ребят, талант очень охрененный. Он поможет вам пройти подземки. На пару звезд однозначно, на 3 это уже надо будет позаморачиваться. Но на 1-2 вы по-любому их пройдете. На 1 то точно пройдете. Так, окей, побежали. Пробуем эту. Надо хоть какую-то затащить на 3 звезды. Так, раз, заморозили, два, начиная с тыковки всех выпустили, усиление, вот, вот, хорошо, давай, 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 Минотавр, убирай с Анубиса в энергию, тыква, сучка, сдохла, все, прощай, прощай, подземка. Странно, странно, ну да ладно, буду мучиться, придется отдельно пилить. Так, есть, побежали опять, юнитов не взяли, как обычно, тупим. Так, еще один тестик. Начнем с Анубиса. Так, пропал. Кидаем ускорялку, морозим. Ну, говорю, начнем с Анубиса. Начали с Минотавра. Короче, как обычно все. Все по фэншую, ребят, как просили. Странно, сливаются очень. Ладно, еще один заходик и все. Короче, я в печали. Качнул имбу, она не тащит. Наверное, бракованный китайский талант нам попался сегодня. Так, все, надо собраться, надо затащить ее.
Так, пропал. Выжидаем, кидаем раз, морозим, пропали. Начиная со мной безо всех выпускаем. Усиление. Ну, Минотавр, давай бей, чё ты стоишь? Тупой, блин. Обидно, обидно. Видите, нестыковка получается, надо с Минотавром что-то делать, не вовремя снимает энергию. Ну, в принципе, думаю, на отдельном видео пройдем. Короче, ребята, это была китайка. Вот такое у нас новое чудо есть. Будем дальше тестировать его на битве гильдии и на остальных локациях. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно делайте репостики. Всем по такому Минотавру за ЗПшки. Всем пока.